Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Я очень рада вас видеть у меня в гостях. Завтра у моей младшей внученьки в детском садике завтрак, и они пригласили бабушек и дедушек. Каждый должен с собой что-нибудь принести. Поэтому я решила для украшения стола сделать мышей из яиц. Поэтому сегодня мне понадобятся яйца. Я их уже отварила. Редис, зеленый лук, немного зелени для усиков, зелени укропа. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А на сегодня я прощаюсь с вами. Желаю вам приятного аппетита. До новых встреч. Пока!